В Боливии продолжаются протесты в столице страны Ла-Пасе и городе Санта-Крус. Они переросли в столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, а те в ответ применили слезоточивый газ. Заблокированы несколько улиц. Причиной ожесточенных протестов стал перенос переписи населения на 2024 год. Жители требуют провести его в срок. По их мнению, перенос отрицательно скажется на бюджете. Многие могут остаться без дополнительной финпомощи. В связи с протестами страна временно приостановила экспорт продовольствия. До разрешения ситуации из страны не будут вывозить мясо, муку и масло.